Такого Струковский парк еще не видел. Больше 80 музыкантов играют как единый организм. 5 клавишников, 10 барабанщиков, полсотни гитаристов. Есть даже скрипичный альт. Два рок-хита исполняют десяток вокалистов, а вместе с ними и все восхищенные зрители. Это вообще замечательно, потому что я вообще не ожидала, что такое можно сделать у нас в Самаре. Молодцы вообще ребята, которые собрались здесь, просто устроили праздник всем нам. И, в принципе, заряжают очень, очень хорошо заряжают они. Было очень круто, очень драйвово. Правда, хотелось побольше песен. Когда я слышал, что будет 4 песни, я думал, будет 4 разные песни, а не 2 песни на репите. Но все равно было очень здорово, я хочу еще. Мне было мало. Ребят, делайте больше. Было очень круто. Всем рок! Организаторы первого самарского рок-флешмоба вдохновились московским фестивалем и привезли идею в Самару. Признаются, получилось даже лучше, чем ожидали. Насколько труда было затрачено. Флешмоб готовили всего 2 недели. Срок для группы из 80 музыкантов почти нереальный. Это неделя без сна, по-моему, убитые нервы. В общем, это было тяжело. Настраивалось это все здесь с 9 утра. Вернее, вообще мы возили оборудование уже сегодня с 8. То есть с разных частей Самары привозили, завозили. Заряд драйва получили и зрители, и участники. Все надеются, что теперь такие флешмобы станут традицией. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.